Швеции, пожалуйста. Меня на районе убили. Поэтому здесь такое место, и тут очень много ошивается разных личностей. Ну все, пожелайте мне приятного аппетита. Не бережем тепло. Дядя Путин нам в Газе уже нет. Так, я голодный, как зараза. Зашел наконец-то в свое любимое суши-кафе. Напротив полицейского участка. История такая, что когда я работал здесь, в командировках ехал, тут напротив наш офис был. Кафешка просто такая обыкновенная, но ее держат настоящие корейцы, настоящие. У них три места по Стокгольму. Но у них суши реально такие вкусные, сейчас покажу. О, посмотрите, как выглядит аппетитно. Очень вкусные, тут такие разные. Девочка мне еще принесла мисо-суп. Ну все, пожелайте мне приятного аппетита. О, вообще не могу прямо. Я такой голодный. Пиздючие, конечно, они вообще просто нереальные. Но мне это не помешает. Смотрите, как риса мало, рыбки много. Посмотрите, как его ломает. Тяжело, мужчинки, тяжело. Я вам сейчас расскажу и покажу, почему тут такое место специфическое. Сейчас. Это такая организация Situation Stockholm, которая помогает людям в тяжелой ситуации, ну, например, бомжам. Вот они сделали такую фотовыставку. Как бы таких уже, знаете, там бомжей в Швеции нету. Тут, конечно, тебя куда-нибудь пристроят. Ну, так скажем, социально разлагающиеся элементы. На реке. Ну и так далее. Еще когда-то я вот тут вот работал, а напротив находится хоспитал, это хоспитал Мария, но он необычен кое-чем другим. Дело в том, что тут выдают нарикам, ну, так скажем, дозу, чтобы они не вели себя плохо, лучше их понемножечку там усмирить. Вот, и тут у них такой вот парк. И наши окна прямо выходили в этот парк. Конечно, о чем мы только не наслушались. Каких мы разборок тут только не увидали у них. Да, ну вот так вот делают в Швеции. То есть им выдают небольшую дозу такую. Они приходят. Тут с утра такая очередь стоит из них, знаете. Их прокололи там и... И дальше пошли по своим делам. Поэтому здесь такое место, и тут очень много ошивается разных личностей. Вот в Швеции, пожалуйста, меня на районе убили. Убили, наверное, да. Цветов сколько принесли, свечи, Red Bull. Ну, выглядит он, конечно, так, что убили его, конечно, там не просто так. Смотрите, хочу вам показать, что каждый день в магазине моем выставляют вот такой вот пакет. Как бы это фрукты, овощи, которые уже, ну, видите, там как бы не алё, так скажем, да. Они пакуют такой пакет, и он стоит 3 еврика, да. Вот смотрите, там есть перчики халапеньо, какой-то старенький кабачок, бананы, 2 апельсинчика. Вот так вот можно купить. Ну, если вдруг смузи надо, например, ну, я не буду покупать.
Сегодня у нас очень сильный ветер. Я вам даю возможность послушать качество. Слышите? Это качество шведской изоляции. Не бережем тепло. Дядя Путин нам газа уже нет. А мы вот так вот с такими дырками живем, да. Ну что нам делать? За отопление столько платить, а тут такие дырихи вообще. Так, сквозит вообще просто пипец. Ну вы посмотрите на это мурлычество. Мурлычество. А, хочется играть, а? Согреться, нам надо постричь когти. Слушайте, не могу уже неделю постричь когти. Не, ну ни в какую. Ну ни в какую просто. Просто ни в какую. Какой сильный ветер. Как прямо вообще пипец. Пипец завывает. Просто завывает эта штука. Так аж прямо. Сюда аж не подойти, понимаете? Вот прямо вот холод до сюда. А ты сидишь здесь. И свои листики караулишь. Я сейчас открою. Открою вот эту вот дверочку. Вот, туда тебя выкину. И там вот за листиками я посмотрю, как долго ты будешь гоняться. Смотрите, как шторы некрасиво. Некрасиво, да? Так, ладно. Ну все, мурлычество прилег. А я собираюсь в тренажерный зал. У меня была очень-очень быстренькая такая тренировочка. Поработал на грудные мышцы. 3 подходика сделал. Надо потихонечку. Еще пока что чувствую, что не все мои мышцы, так скажем, вернулись в первоначальное свое состояние. Ну ничего, потихонечку все. Не надо никуда спешить. Прогресс будет. Здесь главное не столько, сколько вы там делаете за день, за подход, а именно регулярность, только регулярность. Посмотрите, я, кстати, вот сколько тут получается, 20 штанга и по 10, да, всего лишь 40 килограмм, это даже меньше, чем половина моего веса, но ноги мои, конечно, просто отвалились, да, ну вот, 2 месяца без тренировок, ну что вы хотели. Так что вы тоже давайте занимайтесь спортиком, потому что лето скоро. Спасибо всем, кто посмотрел сегодняшнее коротенькое такое видео. Всем вам желаю хорошего настроения, позитивного дня. Не забывайте подписываться, ставить ваши лайки, комментировать. Всем пока.